Всем привет, друзья! С вами канал Кулинариум с Людмилой, и я Людмила. И сегодня я хочу вам показать, вот знаете, что я приобрела, пока у меня мои растения растут на улице. Вот, я в рассаднике. Вон там у нас уже картошка. Все уже растет хорошо. И этим временем я решила приобрести себе вот такой мини-парнички. Вот, видите? Вот таких вот 5 штук. Там подсветка идет. Я сейчас покажу. Я посеяла еще огурчики. Мне нужно подсадить. Ну, одни будут проходить, другие как бы вот так. Вот, видите? Очень удобно. Я в шоке вообще. Есть подсветка, видите? Вот. И вот они будут тут расти. Шляпка это вон какая высокая. Вообще высокая. Вот такая. И они прекрасно тут растут. Я вермикулитом подсыпала, они взошли. Вот. И здесь вот у меня вот, смотрите, как взошел розмарин. До этого, когда я сеяла, он не очень взошел. Я даже не думала, я взяла его вот так вот посеяла. Зато будет много, да? Вот, я их потом по горшочкам распределю. И вот будет у меня, на зиму уже будет расти. Здесь тоже я посеяла комнатные цветы. Я покажу, какие. Вот они уже всходят. Видите, везде я посыпала вермикулитом, потому что я их же просто сверху сеяла. А сейчас они всходить будут, и корешки их не будут держать. Вот, видите. И здесь это все комнатные цветы домашние. Ну, они комнатные, когда большие, можно и на улицу. И здесь тоже. Это все цветы. Вот. Некоторые взошли, некоторые еще нет. Здесь можно сделать, чтобы как парник закрыть. Вот здесь дырочки. А для воздуха, вот, пожалуйста. И все, у меня все открыты и подсветка у них. То есть везде, чтобы вот не запотевало. И что я посеяла? Вот розмарин. Вот три вида огурцов. Вот бальзамины. Пеларгонии. Вот видите, пеларгонии, тарении три вида, вот такая и вот еще белая, ну желтенькая такая. И целозии, вот целозии по цвету только, что-то отсвечивает как будто. Да, вот такие вот целозии, здесь вот такая розовая, и здесь валберес, как обычно. Все закроют, что надо, что не надо. И здесь целозия, это... как вот такой петушиный гребешок, гребенчатая, она так и называется. Вот, так что на улице все растет, решила сделать еще и дома. Вот, ну и мои адениумы растут потихоньку. Мне кажется, что они растут медленно, я их вообще первый раз сею, но ухода за ними не было, потому что мне не до них было. У меня 3 теплицы на улице, да еще все засажено, каждый кусочек. И было некогда. Но сейчас я их вот обильно один раз полила, и пусть живут дальше. Удобряю, а там видно будет, как они поведут. Но зимой буду тогда сеять другие, выращивать их. Хочу их просто. Вот, включим им подсветку. Вот так. Так что вот это я хотела вам показать. И еще знаете, что идет? Вот такая вот лопаточка. Вот такая вот лопаточка. И наконечник такой, чтобы вот эту штучку можно было раз и поддеть. Или лопаточкой раз взял. Вот. И когда убираешь подсветку, если там еще пока что никто, ну, ничего не взошло, то значит есть вот такие заглушки. То есть мы подсветку убираем, а вот эти заглушечки мы так делаем парником. То есть закрываем отверстие, и у нас оно так будет расти. Ну, в общем, мне очень понравилось. Смотрите, сколько здесь можно насеять, видите? А место-то всего вот. Вот люди в квартирах, которые, о, это мило дело им. Вот так вот взяли, считай, тут сколько? 3, 6, 9, 12 цветков в одной коробочке или там огурцов. Сразу 12, представляете? А то мы всякие коробочки там, эти большущие там. А здесь смотрите, как удобно. Потом взял, они как обмотали тебе тут корнями. Здесь, смотрите, высота какая он хорошая. И все, аккуратно взял и в стаканчики уже пересадил. А там уже все, можешь хоть куда, куда хочешь, где ты будешь выращивать.
Ну, в общем, очень удобно, и я хочу приобрести еще. Вот, там есть побольше и есть поменьше. Вот я купила такую прелесть. И сейчас еще потом посмотрю и ближе к осени еще куплю. Ну вот, друзья, то-то я и хотела вам показать. Тут у меня рассадник пустой, я вам уже показывала. Вот, там улица. Вот так. А здесь у меня кулинария теперь пока. Пока что, да, тут все, у меня пока кулинария. В общем, здесь малыши растут, там, а тут у меня кулинария. Ну вот и все, друзья. Всем пока-пока. С вами была Людмила и канал Кулинарим с Людмилой и наша жизнь на севере. Вот так, друзья. Пока. Кто смотрит, кому интересно, не забывайте подписываться. Я буду очень рада. Всем пока. Ну, всем привет еще раз. Продолжение делаю к ролику, который я показывала вам, что я вот купила вот такой вот мини-парничок. И, друзья, совсем забыла, закрутилась, и сегодня вот здесь-то я, ну, перед этим ролик будет, который, где огурцы росли, да? Огурцы я сегодня уже высадила, а сюда уже посеяла вот капусту пекинскую. Вот, 12 штучек. Хочу, там пока та растет, хочу еще, чтобы пекинка была летом еще росла. Вот, еще хочу ее потом посадить. И посеяла уже. И когда посеяла, только вспомнила, что я ж не показала. Но огурцы уже вот такие, естественно, хорошие, большие. Вот мои, смотрите, уже какие цветочки. Вот. Видите, все-все-все взошли. Вообще прелесть. Вот они будут расти уже, когда я буду пересаживать. Ну, тогда уже и буду показывать. Еще пройдет время. Ну, пока что я сейчас ролик этот уже выставлю. Вот они растут все. Тут маленькие еще он там зашли, всходят, да. А розмарин, кстати, вот, буду тоже высаживать. Немножко окрепнут они, я их прямо кучечками, вот, видите. Вот такой розмарин домашний, доктор. Я хочу оставить и дома, ну, в горшочке. И, в общем, эти в теплице тоже посажу. Оставлю дома прям в маленьких, в этих горшочках будут у меня расти. Вот такой розмарин. Сколько море розмарина. Вот, надо будет. И дети возьмут. Себе тоже посадят. И дома будет все. Я всю приправу буду сеять осенью, чтобы у меня продолжение было. Будут они у меня здесь тоже расти. Базилик, и всю мелиссу хочу. И петрушки, и сельдерей тоже хочу все посеять. И мне очень удобны все-таки эти парники. Хотя у меня большой рассадник вот этот. И все можно в коробочках и всяких баночках. Но мне понравилось вот так. И хочу еще купить такой же осенью. Чтобы тут даже 2-3. Даже еще 2 куплю. И у меня здесь как раз вот так на пол стола будет получаться 3 вот таких парника. Представляете, они места мало занимают. Но зато здесь сразу можно посеять 12. Представляете? А тут вообще вот. Мне очень удобно. Даже не говоря о том, что я могу... Вон сколько у меня столов. Но у меня теперь здесь кулинария пока. Вон сколько. Вон полок сколько. Тут цветочки у меня еще. Я их и не хотела высаживать. Там досажу. Вон 3 горшка. 2 даже. Ну вот. Вот такие дела. Ну и все. Так что я показала вам. Видите, как прелесть какая. Вот такой вот розмаринчик, вот такие цветочки. Будем за ними смотреть, как они будут расти. И еще мои адениумы я перенесла на балкон, поставила. Могу показать сейчас быстренько вам. Вот. Там у нас, видите, картошечка какая. А вот смотрите, какие огурчики маленькие. Вот не сравнить их с теплой грядкой, которой мы огурцы уже едим. А погода-то была ужасно холодная, я и не высаживала сюда ничего. А огурчики, которые отсюда, они во, маленькие-маленькие, я их туда досадила. Туда досадила и в теплую грядку еще посадила. Вот такие дела. Вот они мои адениумы. Гулять вышли. Будут жить так здесь. Тут у меня окно открывается. Сейчас сильно был что-то ветер, я закрыла. Сейчас мы откроем. Вот так, и закрою дверь потом. Вот, пусть дышит. Ну вот, такие дела, друзья.
Ну все хорошо, всем пока-пока. С вами Людмила и наша жизнь на севере. И кулинария вместе с вами. И все хорошо. Жизнь прекрасна, друзья. Самое главное, победа будет за нами. Я всех вас люблю, целую. Пока.